Доброе утро. Смотрите, какой денек я вышла. Кофе приготовила. Думаю, посижу, кофеек попью на улице. Здесь мокро. Дождь, наверное, всю ночь шел. Я спала прям крепко-крепко, не слышала ничего. Так, нам надо что-то придумать, что в такой день мы могли бы поделать. Птицы какие-то поют. Сейчас кофе попью, не спеша. Джефф еще спит. Сейчас решим, что же нам делать, чтобы не на улице быть. Может, на каком-то экскурсию съездим. Так. Ой, сосед тоже с кофе вышел. Сейчас на таком удобном кресле посижу. Выходим. Выходим с Джеффа в эту погоду. Я микрофон прицепил. Надеюсь, получим. Ну все, дождик опять начался. Да что, Джефф, it's already rain. Ну ладно, сейчас попробуем куда-нибудь проехать. Погода нам, конечно, сегодня не повезет. Дождь. И главное дело, сильный ливень или солнце. Сильный ливень, солнце. Вот такой вот. Ой, уже мокро. Ну сейчас хотим, знаете, как прокатиться. Просто вот так вот сесть в машину, ехать вдоль дороги, смотреть места. Ой, дождь прям. Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Everything feels so misplaced. The sky is at my feet and the ground above my head. Star with little flying cars, but I feel like I already know this place. It was the first time our eyes collided. I wish that I could see your face again. Знаете, где остановились? Подъехали к дому. Хозяин этого дома, вот у него такая площадка. Смотрите, это площадка перед его домом. И он построил всякие, сам сделал такие скульптурки. И он как бы разрешает, чтобы люди просто приходили, смотрели. Смотрите. Ой, там
Аллигаторы. Ой, это курица, смотрите. А? О! Смотрите, курицы с цыплятами. Сейчас я вам всех животных покажу, которые сделали. Восьминог там я вижу. Маска какая-то. Смотрите, скорпион. Интересно, сделал такой маленький парк. И люди могут запросто прийти, погуляться здесь. Ой, смотрите, какая голова. Look at this. Ага, русалка. Так, я сейчас вот так пройду по кругу. Черепаха. Я. Угу, смотрите, большая рыба и маленькие рыбки. Акула. Ой, а это что такое? Рука? Рука из земли. А, да, смотрите. О, смотрите, глаза какие. Жутковатая женщина. Акула. Здесь тоже какая-то рыбище большая. Удочка. А там вот дом, где этот мужчина-скульптор живет. Ага. Так, кто тут еще есть? Так. Ой, смотрите. Люди со спины вот так. Ага. Ага. Смотрится интересно. Так, ничто я не пропустила. И здесь вот краб огромный такой. Ой, смотрите, попугай сидит. Какое-то яблоко надкушенное. Окей, Джеффри, you can do it. Go on the top. No? Oh! Глаза его. Так, сейчас я вам покажу игуану большую. That kind of reminds me of a little bit when I took the tour. Ага. У них здесь, кстати, на этом острове игуаны такого цвета немножко как с голубизной, голубого больше цвета, чем зеленый или вот серого цвета бывает. Вот, большие. Ага. А я, кстати, крокодил не показал спереди. Ну вот и все, вот такой вот небольшой парк скульптур. Sure. А, еще я попугаев. Сейчас Джефф сфоткаю. Ну все, вот так вот пока ехали, остановились. Мы еще хотим, знаете, остановиться. У них очень малюсенькие такие маленькие кладбища. И мы хотим узнать, как они хоронят людей. Помните, когда мы ездили год назад, мы показывали вам кладбище, где они накладывают гробы друг на дружку, потому что остров маленький, место кладбища, чтобы много не занимало, они так делают. Мы хотим посмотреть, как здесь хоронят, потому что остров тоже маленький. Вот еще кто-то подъехал. Тика тайм. What tika means, Jeffrey? Тука. Because I know tikka bars, or it's something different. Tikka is different. Yeah. No. Your destination is on the right. Mm-hmm. Be sure, Jeffrey, check cars. Uh-huh.
чувство, да? No cars behind. What? No cars. I can't even see Jeffrey Camomero. Сейчас подъехали в одно место. Здесь, знаете, такое место, где спасают птиц раненых. Может, здесь не только будут птицы, может, разные животные. Jeff, it's not only birds here, yeah? Okay. Ага. Сейчас посмотрим. А, да. Неправильно, мы припарковались не там, где нужно. Какой крысёнок. Do we need to buy tickets? Птички поют, как красиво. Ой, какие хорошие. Смотрите, какая расцветка у них красивая, голубенькие. Так, кто у нас здесь? Ох! Крупный парень здесь. Hello. Кушает. А. Yeah. Hello, hello. Ой, какой он там бедненький сидит. Потрепанный. Jeffrey, do you want to show me something? Really? Yeah. Well, he was. Говорит, разговаривает. Turn around again. Come on. Oh, hello. Hi. Say something. He's just talking. Hello. 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 Are you coming closer? Hey, hello. Oh, hello. О, Джефф говорит, они разговаривали, я не успел. О, Джефф, looks like more. О, snakes, more over there. Так, здесь у нас. Ooh, that's really interesting. Джефф, I'm surprised how many different colors, like different. Hey, buddy. Под музыку танцует немножко. Смотрите, сам серый на голуби похож, а смотрите, хвостик какой красный есть там. Красные перышки. Say привет. That's nice. You're very friendly. Hey, come on, do that again. They're very interested, like. Смотрите, мне так нравится красный хвост его, как дополняет немножко. There you go. That's a nice greeting. Yeah, very beautiful. Hi. Dolls, come closer. Aww. Такой хорошенький, как будто на ручки ходит, чтобы его взяли. Окей, бай-бай. Бай-бай. Так, что у нас тут еще, что мы не видели? Я представляю, как детям интересно здесь бегать, рассматривать все. Ну, смотрите, делают донейшн. Что у нас тут? Ой, шкура. Смотрите, шкура от змеи.
Здесь корм всякий. Ой, ага. Вот не люблю я змей. Они мне прям это... Ох, бо. Так, здесь у нас кто? Здесь кто? А, вон мышонок какой-то спит. Ну ладно. Ой, вот еще один. Yeah, looks like mouse or kind of mouse. Запашок, кстати, есть не очень приятный. Здесь, похоже, также комната для всякого корма. Какие-то гути, я не знаю, кто это будет. А, смотрите. Похоже, девочка и мальчик тут. Do you see? Probably sleeping somewhere. Может, прячется. А, спит. Смотрите, hey, спит. Эй, вайки-вайки. Forget it. На кошку, looks like cat, yeah? A little bit. Yeah, like дыська. Ой, sleepy. Ага, да. Кошка и это белка. И крыса как будто еще в одно время. Ой, вот мы еще что не видели. И зайчики здесь, кролики беленькие. Такие все чистенькие, ухоженные. Диалог до бани воды. Смотрите. Балдеет, лежит. О, второй к нему побежал. Нюхается. Ой. Thinking about something. Ага. That's pretty cute. А такие симпатичные, прям красивые. We hadn't held them in months, and then we held them yesterday, and they were really good. Do they have names? That's Cookie. Cookie. This is Печенька. S'more. And the mom is Caramel right there. Вот смотрите, еще один лежит. Мне так нравится, как они спокойненько разложились, не боятся. Ой, какой ты хорошенький. Ну вот их точно трогать боишься, они тоже кусачие. Ветер такой сильный. Здесь берег, конечно, купаться здесь не очень будет хорошо. Смотрите. Это или... Это как она? А? Смотрите, какие ракушки. Ух ты! Сейчас я поближе к воде подойду. Мы еще не купались. Мы планируем после обеда пойти. Я бы хотела... Ой! Ну, намочила шлепки свои. Ой, вода какая теплая, прелесть. Я бы хотела ракушки найти. Я в прошлом году, не в прошлом году, когда мы последний раз прилетали, я находила ракушку. Огромную-огромную. И черепахи тут плавают, прям большие. Сейчас еще остановочку одну сделаем, наверное, пообедаем и пойдем скупнемся. Как вот это, забыл, как называется вот эта вот трава, которая из океана выходит.
Смотрите, хочу показать, как аккуратно сделано место, где мусор у них стоит. Мы сейчас хотим с Джеффом посмотреть, что это тут маленькое кладбище. Очень-очень много у них таких кладбищ. О, о! О, пропускай. Thank you. Цветы смотрятся свежие. Я думаю, на прошлой неделе у них была Пасха, и, скорее всего, на Пасху люди приходили навестить своих. Джефф, maybe same way. They put... yeah. Yeah. Похоже, что они тоже так же делают, как и... Ой, в каком мы были? Сан-Томас. Да, Сан-Томас. Точно так же делают. Ставят гробы вот такие вот на друг дружку, чтобы место как бы сэкономить. Возможно, вот тут вот уже второе, наверное. Ой, не знаю вообще-то. И кур вон там бегает. И, конечно, извиняюсь, что мы пришли на кладбище. Тревожим покой. Дерево красивое. Здесь вот маленькие. Смотрите, маленькие. Как... А. Really? Yeah. Джефф говорит, это все одна семья. Как семья. Миллер. Семейное кладбище. Ага, точно. Надписи у всех одна фамилия Миллер. Так, семейное кладбище это оказывается. Эй, курочка. Столько диких кур, петухов все-таки у них здесь. Тоже Миллер. У этого Парсонс фамилия. Напоминает немножко на российские, русские кладбища тоже так же портреты делают. Это Миллер. Слышно, вам петухи кричат, кукарекают.